Доброго дня! Почти неделю назад я делал видео про тоннель, который находится в Рыжем лесу, возле моста в Лиманск. В том видео я рассказывал, куда он ведет. Мне понравилось, как вы оценили прошлый ролик, и я решил сделать еще один. Сегодня я вам расскажу про секретную дорогу в Лиманске. Заинтересован? Тогда мы начинаем. Многие, кто играл в «Сталкер. Чистое небо», не раз проходили это место с пространственными пузырями. Но я уверен, что 99% людей проходили вот так это место, и никто не задумывался, куда ведет эта дорога. Так-так-так. Раньше я не замечал этой дороги. О, указатель. Чернобыль 3П. И цифра 7. Вероятнее всего, до того места 7 километров. Так-так-так. В игре проход дальше блокирует автобус. Поэтому в игре мы никак не сможем выйти за территорию и посмотреть, что там дальше. Но люди давно научились использовать одну консольную команду, которая помогает увидеть то, что обычный игрок не может увидеть. Прописав данную команду, мы можем переместиться за пределы. И что же мы там видим? Перед нами стоит котельная, а за котельной есть тоннель, который уходит куда-то. Давайте посмотрим на карту и узнаем, куда он ведет. Мы находимся тут, а тоннель идет куда-то в ту сторону и до места назначения 7 километров. Действительно, на карте игровой зоны есть объект, который находится на расстоянии 6-7 километров от Лиманска. Если мы нарисуем такой путь, то тоннель заканчивается где-то тут, а дальше дорога к тому объекту идет по поверхности. Есть объект с похожим названием. Это городок Чернобыль-4, где находится огромная загоризонтальная радиолокационная станция «Дуга». Но антенны «Дуги» есть и в Лиманске. Так сказать, прототип «Дуги». Так что мысль о том, что данная дорога ведет к «Дуге», отбрасывается. Во-первых, потому что дуга есть в Лиманске, а во-вторых, на указателе написано Чернобыль 3П, так что этот объект и есть тот Чернобыль 3П. Посмотрев на реальную карту ЧЗО, данного объекта нет, информации о нем в интернете тоже нет. Следовательно, разработчики сами нарисовали данный объект, ну и оставили для нас загадку, что там может быть. Ну а если ролик тебе понравился, то не забудь влепить большой лайк и подписаться на канал, потому что я ищу новое, а не рассказываю про то, что уже давно известно. Ну и всем спасибо за просмотр и всем пока.